Так, отлично. Два квадрата впереди. О, система безопасности. Мрачной фабрики. Еще один, блин, повсюду квадраты эти. Всем привет, сегодня у нас Red Ball 4, мы будем сравнивать вторые уровни на каждой локации, то есть в зеленых холмах это уровень номер 2, в дремучем лесу это уровень номер 17, ну, в общем, и так далее. Начнем с самого первого. Ну что, шарик, давай, поехали. Первая звезда есть по дороге. Сюда так просто не запрыгнуть, нужно с мостика, точнее вот с этого уступа прыгать. Так, квадрат здесь у нас есть, его просто придавить надо. Ну, в принципе, пока что уровень довольно-таки простой, тут даже вот точка сохранения есть. Наверное, на случай, если пропасть не перепрыгнешь. Так, все, последняя звезда и можно уезжать отсюда. Отлично, пройдено. И с зелеными холмами все понятно. Следующий у нас дремучий лес, уровень 17. Так, 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 что тут у нас? А, нужно по веткам прыгать. Вернее, не по веткам, это какие-то здесь строения. Вряд ли это ветки такие. Опа! Да, здесь нужно было знать, что нужно перепрыгивать, иначе просто, если вниз сразу прыгнешь, потом вот сюда вот уже не получится наверх запрыгнуть, если сразу вниз прыгнешь. Не заберешь звезду, так что надо сразу прыгать за звездой. Ну что, шарик, давай. Так, отлично, два квадрата впереди. Мочканем их. Первый квадрат готов. И второй. Отлично, все. Так, ну там еще две звезды надо по дороге забрать. Все, пройдено. Теперь у нас мрачная фабрика. Это уровень 32. Так, люблю я мрачную фабрику. Не знаю почему, но она вообще супер классная. Так, здесь надо вот так вот прыгать. Отлично. Квадрат внизу, надо по нему... О, еще один квадрат. Так, с двумя квадратами надо разобраться здесь. Тут надо какой-то мега-прыжок сделать, чтобы по дороге все звезды забрать. Отлично. О, система безопасности. Мрачные фабрики. Мне, судя по всему, здесь надо спрятаться, да. И лазер по законам физики меня не достает здесь. Так, все, этот уровень пройден. Можно идти дальше. Теперь у нас 47 уровень, и это битва за Луну. Посмотрим, что за он здесь такой. Так, сюда прыгаем. Вниз теперь. Забираем сразу 4 звезды, но это, конечно, слишком просто. Да, там платформа с правой стороны, надо на нее запрыгнуть. Еще 2 звезды. Вот, конечно, на Луне тут... Очень хорошо, что звезды все рядышком находятся. Так, там квадрат. Ай-яй-яй, блин, чуть не попался с квадратом. Он тут назад резко пошел. Опять 2 звезды здесь. Так, отлично, флажок. Точка сохранения. На всякий случай, если я вдруг не пройду здесь. Еще одна звезда. И, судя по всему, там проход на следующий уровень. Да, вот он. Как раз по дороге еще одна звезда будет. И последний уровень, второй, это 62-й в подземных ходах. Ну что, посмотрим, что нас здесь ждет. Да, кстати, тут разгончик не надо набирать, потому что можно в стенку удариться, в шипастую, так что нужно аккуратно все это делать. Блин, там квадрат, все, мне кирдык. Мне кирдык, потому что надо не так проходить. Нужно немного по-другому. Да, вот он внизу, и получается вот сюда вот наверх я, если вниз прыгну, не смогу запрыгнуть. Но у меня есть идейка, можно его обхитрить. Еще один, блин, повсюду квадраты эти. Взрываются просто, разрывные какие-то квадраты. Ну что, идем теперь сюда. Тут звезда, понятное дело, у нас есть, и там у нас еще один квадрат. Сейчас доберемся до него. Так, сюда он идет. Нет, он не идет. Так, вот они, два квадрата столкнулись. Ну что, давай, давай, я тебя жду. Отлично. Все, с квадратами покончено. Можно идти дальше. Здесь вот дверь открыта у нас уже. Когда я ключ взял, она открылась. И падаем просто вниз, еще ниже. Потому что это подземные ходы. Ну что ж, на сегодня я буду уже закругляться. Всем огромное спасибо за просмотр.
Ставьте лайки и до следующего видео.